В WorldSkills входят 72 страны. Главная цель движения – привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. Первый всероссийский конкурс рабочих профессий прошел в 2013-м. По итогам второго, состоявшегося в мае 2014-го, был сформирован новый состав сборной, которая представила Россию на чемпионате WorldSkills International 2015 в Сан-Паулу. Обновленная команда смогла завоевать 14-е место и 6 медалей за высшее мастерство. Кроме того, на очередном заседании Генеральной Ассамблеи местом проведения мирового первенства в 2019 году была выбрана Казань. Мы придерживаемся сегодня тех стандартов, которые задает мировое сообщество. И мы сегодня готовы конкурировать, как показал последний международный чемпионат, в этих профессиях со всеми странами мира. Нашими оппонентами были Париж и бельгийский город Шарлеруа. И мы со значительным перевесом голосов действительно выиграли эту заявку. Как отметила Ольга Голодец, основная цель проведения чемпионата – это поднятие престижа рабочих профессий, развитие новой организации профессионального обучения, появление современных образовательных методик и материалов. Реализовать все это планируется за 3-летний период. Кроме того, до мирового чемпионата пройдут национальные, кандидатов на проведение которых было много, но по решению жюри их проведут 3 сильнейших. В следующем году Олимпиада для рабочих рук пройдет в Московской области. В 17-м его примет Краснодарский край. И лучшим местом для проведения турнира среди рабочих считается Сочи. У нас есть сегодня инфраструктура для этого. У нас сегодня есть волонтеры, опытные и активные. И самое главное, что у нас есть сегодня желание. Поэтому я хочу сказать вам огромное спасибо за доверие. И мы сделаем все возможное, чтобы его оправдать. Ну а право провести так называемую генеральную репетицию мирового чемпионата в 2018 году получил Татарстан. Таким образом, Казань сможет подготовиться к встрече большого количества специалистов со всего мира. Все главы регионов получили соответствующие сертификаты о праве проведения национального чемпионата WorldSkills. Татьяна Говоркова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.